Алло, Ержан, ты где стоишь? Я не вижу. Я у главного. На улице стоишь? Да. О, Джин. Ассаламу алейкум. Валикум ассалям. Как ты? Да, нормально, все хорошо, все как? Че, отлично. Че тут стоишь, куришь, а? Нельзя тут курить. Быстро пошел отсюда. Я тоже как бы. Ты кури. Ты же свой, нормально. Вот, им нельзя курить. Хорошо. Все, кала, Джин. Да, когда приехал, как дома? Сегодня приехал вот на пару дней. Да? Домашний вам, кстати, привет передайте. О, сломал постно. На сколько приехал? На пару дней. А-а-а. Я у вас останусь эти пару дней, да? Конечно, без проблем. Ты че, хайда, запрос в любой момент. Ты тогда сейчас ко мне домой езжай. Ага. Правда, Айгерим, ну, лезла женьгешка твоя. Женьгешка по делам уехала, через два часа говорит, приедет. В подъезде ее подождешь, и она дверь откроет, ладно? Два часа в подъезде? Да. Может, ключи дадите, пока я телевизор посмотрю? Не, ключи не могу дать, мне дома деньги есть. Я твой тоже. Ержан, вот ты вырос конкретно, я же, блин, раньше вот такой маленький был. Че, тренировка варжерсон, бай? Варжер. Ты че, я хочешь проверить, что ли, меня, а? Проверим. Ты че, я сейчас, тебе сейчас, ты где я, смотри. Опа. Гордон Мейвезер отдыхает, ты че, муралиговый, все делай, смотри. Че, вызывали? Да. Заходи. Ура. Можно я с тобой селфи сделаю? Селфи? Да. Конечно, можно, шеф. А зачем? Классно. Первый раз с трупом фоткаюсь. Какой труп? Кто труп? Ты труп. Ты кого там бьешь на улице перед вода, Кого я бью? Где я бью? Не был такого, шеф. Вот. А, придурок. Это видео по всем соцсетям гуляет. Ну, получился резонанс. Да, шеф. Это же мой братишка, вот он. Он к нам приехал на пару дней. И мы вот перед УВД просто игрались так. Кто-то снял, походу, Да? Да? Ну, мы это, с начальства позвонили. Сказали отстранить тебя от должности. Но я им сказал, чтоб мне дали пару дней. Сам решу проблему. А, спасибо, шеф. Да, это, не торопись благодарить. Там эта девушка, которая снимала это на видео, она редактор газеты «Криминал». У них там каждый месяц выясняется, какой лучший и худший УВД. А мы на каком месте были раньше? Да мы там с первых дней газеты, там они появлялись никогда. Ну, видимо, она шла первый раз собрать информацию. Но это ей удалось сделать. Шеф, извините, что так получилось. Мура, реши эту проблему. Я так сильно хотел попасть в эту газету. Теперь горю желанием, не хочу там появляться. Есть, шеф. Решим, не переживайте. Идти можно? Иди. Мурат, там этот еще. Кто у нас на унитазе? Ногами встает. На унитазе ногами? Не знаю, шеф. Ну, я могу пробить. Пробей, пожалуйста, не хочу штрафануть. А, есть, шеф. Иди.